Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Артем Князев. Сегодня в выпуске. Президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Зима без снега грозит погубить урожай. Подорожает ли ржаной хлеб? В России увеличат число бюджетных мест в ВУЗе. Приоритет будет у тех территорий, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Об этом заявил президент России в ежегодном послании Федеральному собранию России. Подробности о других тезисах выступления смотрите в нашем сюжете. 15 января в 12:00 в московском манеже прошло 16-е послание президента России Федеральному собранию. В своем выступлении Владимир Путин коснулся тем демографии, экономики, здравоохранения, экологии, цифровых технологий и, конечно, образования. Президент говорил об увеличении количества бюджетных мест в вузах, приоритете региональных университетов и возможности студентов выбирать новые направления в обучении после второго курса. Кроме того, по специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. В ординатуре президент предложил установить почти 100% целевое обучение с приоритетом для врачей со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, необходимо не просто увеличивать цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей, заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. Система постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине. Социальной теме было уделено особое внимание. Значительную часть выступления занял разговор о путях решения демографической проблемы. Кроме того, президент предложил вынести на обсуждение ряд конституционных изменений. Основные из них – предложение дать приоритет Конституции над международным законодательством, закрепить в ней принципы единой системы публичной власти, закрепить и защитить независимость судей. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. Также президент затронул тему раздельного сбора мусора и бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам. Также уже принято законодательное решение, которое позволит официально и централизованно вводить в России отдельные специализированные препараты, ввозить отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать. Просмотр послания президента России прошел в разных точках страны, в том числе в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Его организовывал Общероссийский народный фронт. После выступления президента в формате ток-шоу состоялось обсуждение выдвинутых Владимиром Путиным тезисов и предложений. Наверное, все нуждается действительно в осмыслении, да, надо это посмотреть, да. Почитать, даже в качестве таких коротких предложений, да. Вот, перед глазами все это иметь. Дальше, я думаю, что это будет развиваться, тем более, когда эти предложения будут вноситься и переправляться в реальные, да, какие-то правовые нормы. Вот, поэтому здесь, наверное, еще будет много действительно и дискуссий, да, и нюансов и так далее. Полная версия обсуждения выйдет в эфир на нашем канале в субботу и воскресенье в 20:00. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Депутат Госдумы Алексей Журавлев связал теплую зиму в России с применением США климатического оружия. Об этом парламентарий заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». На самом деле причина столь теплой зимы совершенно в другом. О том, чем обусловлены нетипичные для зимы температурные показатели и отсутствие осадков, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев. Климатические катаклизмы 2019 года показали, что экологический баланс уже смещен, антропологическое воздействие на природный мир увеличивается, а экологи прогнозируют рост темпов глобального потепления. Последние годы, начиная с середины 70-х годов, температура стала расти очень быстрыми темпами, особенно зимние температуры. И с чем это связано? Это связано с глобальным потеплением, причин которого – является антропогенный фактор, парниковый эффект, так называемый. Он заключается в том, что радиация земная, длинноволновая, она не уходит в космос, а частично задерживается в нашей атмосфере благодаря тому, что там есть радиационно активный газ,
углекислый газ, метан, озон, водяной пар и другие. И получается так, что Земля как бы отепляется. Неприятности начались еще в августе 2019 года, когда летний период оказался холоднее нормы. Начались затяжные дожди, а отсюда определенный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству. Нынешний год он особый. Он особый вот почему. Потому что циркуляция атмосферы так устроена в этом году, что идут сплошным потоком воздушные массы с Атлантики. А Атлантика, она в зимний период, она всегда теплее и более сырая, чем континент, где мы, так сказать, находимся с вами. Поэтому с Атлантики идут все время теплые воздушные массы. Где, каким образом? Для этого есть вихри, так называемые циклоны. И мы находимся все время на южной периферии этих циклонов, где проходят и теплые фронты и так далее. Поэтому у нас температурный фон в этом году чрезвычайно высокий. Буквально градусов на 12 выше нормы. Я, например, такого, так сказать, в своей жизни не упомню, чтобы столь длительный период у нас были столь высокими температуры. Впрочем, прямой угрозы будущему урожаю пока нет, поскольку не наблюдается низких температур. Главные угрозы посевам в тех районах, где снежный покров так и не установился. Но если снега не будет и далее, и при этом северные антициклоны принесут морозы, минус 20 и ниже, ситуация сильно ухудшится. Всегда весной опасается половодье. И половодье может быть сильным и не очень неприятным, вообще говоря, принести большие издержки и людям, и народным хозяйству и так далее, в том случае, если весна будет дружной, так, тем более и солнце появится, и дождь выпадет, а почва промерзлая. И в этом случае вот вся эта, будем говорить, лавина дождя и воды, она пойдет в реки. То есть она не успеет впитаться в почву, поскольку почва будет промерзлой. Вот в этом отношении я вижу здесь больше опасность, чем для растений. К счастью, зима еще не закончилась, и будем надеяться, что в скором времени она наступит свои законные права. Лилия Талипова, Фариза Хитаглы, Универньюз. Хлеб подорожает, и это никак не связано с климатическими условиями, о которых сказал профессор Переведенцев. Так что же на самом деле влияет на повышение цен? В своем сюжете расскажет Полина Романова. Эксперты, опрошенные сетевым изданием РИА Новости, предупреждают россиян о повышении цен ржаного хлеба до 7% за год. О причинах такого явления и возможных последствиях рассказывает профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления экономики и финансов КФУ Игорь Кох. Как утверждают эксперты по сельскохозяйственному рынку, это вызвано тем, что в России в этом году урожай ржи необычно низкий. Соответственно, возник дефицит именно ржаной муки. И, соответственно, в любом случае, когда возникает дефицит, повышается цена на соответствующий продукт. Как отмечается, повышение цен на ржаной хлеб происходит по двум причинам. Первая из которых – это резкое сокращение посевных площадей, и вторая – низкая урожайность. Более того, эксперты утверждают, что хлеб ржаной муки будет стоить дороже пшеничной. Черный хлеб подорожает, потому что он изготавливается в большей степени из ржаной муки. Дело в том, что урожай пшеницы вполне хороший, и повышение цен на пшеницу не произошло, соответственно, и хлеб, который выпекается из пшеничной муки, белый, серый хлеб, он не подорожает. Так чем же повышение цен грозит россиянам в дальнейшем? В дальнейшем, я думаю, никаких особых последствий это не вызовет. Когда подоспеет мука нового урожая, цены должны выровняться и вернуться к нормальному уровню. К сожалению, рожь – это товар эксклюзивный, который не везде в мире производится, и, соответственно, компенсировать недостаток ржаной муки Россия не может из других источников, как это происходит в отношении, например, пшеничной муки. Полина Романова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и всегда оставаться в курсе самых свежих новостей. Еще увидимся. Пока.